Компания 220 вольт представляет погружной вибрационный насос Hammer NAB200A с длиной сетевого кабеля 25 метров. Его можно применять для организации центрального водоснабжения в дачном доме или для полива участка. Насос обладает сильным напором, который достигает 40-метровой высоты. Специальные электронные системы существенно повышают эффективность работы агрегата. Автоматически регулируется контроль уровня воды в устройстве. При его понижении агрегат отключается, благодаря чему исключается работа на холостом ходу. Благодаря такой мощной системе безопасности двигателя, насос способен перекачивать воду объемом 600 литров в час, без перебоев, в течение длительного времени.